Так стремительно врывается праздник в нашу жизнь. Какой может быть Дед Мороз у воспитанников Пушкинского отделения спортивной школы по биатлону имени олимпийского чемпиона Елизарова? Конечно же, на лыжах. В лесопарке «Северный» отметили наступающий Новый год. Ну, детишки, вижу, потренировались вы на славу. Да, трех дедов загоняли. Спортсменов много, поэтому и Дедушек Морозов оказалось несколько. С ними в лесопарке ребята проехались на перегонки. Все праздники спортивная школа отмечает в формате тренировки. Дети размялись, а после отправились на эстафету. Им необходимо было пройти 1,5 километра. Участие приняло порядка 60 человек. Это спортсмены разных возрастных категорий. В атмосфере здорового соперничества ребята показали хорошие результаты. Все остались с призами. Дедушки Морозы постарались. Уровень ребят очень хороший, все стараются, любим спорт. В конце года школа подводит итоги. Были как трудности, так и яркие достижения. Воспитанники спортивной школы стали победителями первенства области. Теперь группа ребят попала в сборную команду Московской области. Также в школе много новых учеников, которые показывают высокие результаты. Я считаю, у нас очень хороший родительский комитет. Вот вышли они на производителя спортивной формы, разработали проект формы специально. Вот как вы видели, биатлон Пушкина. Вот. И мы теперь очень выглядим единой командой. На каких-то соревнованиях нас видно, нас замечают. Главная гордость школы – это ее ученики. Важно, что во всем их поддерживают родители. Так в лыжный спорт приходят целыми семьями. Таким примером является Матвей Агафонов. Мальчик 5 лет занимается в спортивной школе. За это время его мама и папа тоже полюбили лыжи. У меня вот сейчас вот цель. Я хочу добиться мастера спорта разряда. Вот. Вот здесь чистый воздух. И кардионагрузка сумасшедшая для них. То есть это, во-первых, получается очень стройные и выносливые ребята, уравновешенные, я так считаю. И этот вот метаболизм, который происходит с организмом, когда они дышат этим воздухом, ведь здесь природа у нас, вот, он, конечно, благоприятно влияет на вообще на все. В конце подвели итоги эстафеты и прошло награждение. Ребятам вручили грамоты, кубки, медали, а от Дедушек Морозов подарки. А вот ответ на вопрос, почему же дети выбирают этот вид спорта. Когда ты катаешься, ты развиваешь легкие, все такое. Ты становишься более спортивным и еще к тому же ты закаляешься. Ты ездишь на сборы, на соревнования, куда. Понимаешь, что можешь занять какие-то места. Сейчас спортсмены не расслабляются, впереди много тренировок. Главная цель школы – воспитать как можно больше чемпионов. Что вы можете пожелать школе в новом году? Успехов, чтобы новые ученики были. Так, а ты чего можешь пожелать? Чтобы все приезжали на первые места и вторые, и третьи. Так, а ты? Хотелось бы, чтобы дорога была нормальная и никто не падал, и занимал хорошие места. Хотелось бы, наверное, лыжероллерную трассу и побольше гор, и все. Так, а ты чего можешь пожелать? Не хочется расслабляться, быть выше и выше. Хорошего настроения! Мария Лихобабенко, Владимир Овсянников, Яков Глейзер. Новости Большого округа.